здравствуйте, возьмите народ, правда. Да я уже. Возьмите народ, правда. Да, что, будет какого-то писать? Вот многие говорят, что, дескать, в армии надо работать, надо, чтобы армия поднялась и так далее. Вот у Ленина в 1917 году какая была главная проблема? Главная проблема была в товарищах. Почему? Потому что товарищи многие, некоторые с умыслом, желая отсидеться в тепленьком учительском собрании, некоторые из искренних колебаний, они говорили, что вот давайте соберем съезд советов легитимно, все скажет нам, и тогда мы выведем на улицы вооруженных людей, и, значит, все, что надо, порешим. Ленин говорил, ни хрена вам, съезд советов этого не скажет. Потому что в советах по России еще сильны были эсеры, это в Питере были сильны большевики в советах, а крестьянская Россия делегировала эсеров в совет. Эти советы, они были, вряд ли бы они единодушно так вот проголосовали за то, чтобы прийти к власти. Эсеры тоже чувствовали, что они, скорее всего, будут главной парламентской партией, и что им будет хорошо в новом учредительном собрании, и им эта возня с советами, с советским правительством и так далее была совершенно не нужна. И вот Ленин написал обращение ЦК и Временный революционный комитет, как раз в то время, когда собиралась сессия советов, сделал то, что сделал, ровно 102 года тому назад, в результате чего съезд советов штыками оказался снизу, подкинут во власть. И съезд нормально проголосовал и избрал правительство совнарком, и избрал председателем совнаркома товарища Ленина, и совнарком начал работать. И пошел у нас в стране отсчет социализма с этого времени. Так что вот, товарищи, ищите главную силу не во внешних, враждебную вам главную силу, не во врагах внешних, а убеждайте своих товарищей, и чтобы твердо идти к победе, в первую очередь перестаньте колебаться сами. И боритесь на своих рабочих местах, не надо здесь говорить, что вот что сейчас бороться, бесполезно, нас сразу уволят, и мы даже профсоюз не можем собрать, а вот надо взять власть, и тогда уже, вот будет социализм, и тогда уже не будет так никогда социализма абсолютно. А брать власть надо с того, что, во-первых, надо одержать победу над собой и перестать колебаться самому. Во-вторых, надо одержать победу над нерешительными товарищами, сделать такими же решительными, как вы. И все у вас получится. С праздником, дорогие товарищи! С праздником, товарищи! С Великой Октябрьской социалистической революцией! Ура! Ура! Да не знаю. Ни за что. Пройдемте.
Нарушаете Конституцию. Вы что, запрещенная партия? Это милиция была народная, а полиция это действительно какая-то полицай. Это надо, чтобы на всю, чтобы на всю страну это прозвучало. Что случилось? Наши красные флаги забирают и увозят на машине. Кто? Полицмейстеры. А почему? А их спросите, они молчат. Товарищи ногу, значок, чтобы было видно. Свободы дорогу, грудью проложим себе. 18-е отделение Петроградского района. Тоже я. Ничего не говорят. Нарушение федерального закона. Нарушение. Нам не согласовали шествие. А мы ходим тут якобы с флагами запрещенными, как там сказали. А запрещенный флаг – это принадлежность партии. Вот то, что мне объяснил полковник. КПРФ венчат за флаги, получается. КПРФ – это зарегистрированная политическая партия. А у нас 6-часовой рабочий день, он еще более зарегистрирован. Так что мы... Не, я имею в виду, что вроде как нельзя политически, а если мы... Да, конечно, надо было поднять наш транспарант. Товарищи, а можно мне? Товарищи, кто за 6-часовой рабочий день? Ура! Ура! Товарищи, поздравляем вас со 102-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Ура! Профсоюзы школы коммунизма! Ура! Ну вот. Уважаемые граждане, публичные мероприятия в соответствии с тем, что не было согласовано в установленном порядке. Любая атрибутика, плакаты носят публичный характер, является нарушением 54-го федерального закона. Нет, мы вот возьмем все, вернем. Возьмите, пожалуйста, вместе с ним пройдите. Вот этого берите вместе. Фашизм не пройдет! Вот этот... Нет, товарищ. Нет, подождите, а что? Это не политический воздух, товарищи. Сворачивайте. Не было согласовано в установленном порядке. За что вы забираете, скажите? Меня забирают то, что я выступаю за 5-часовой рабочий день. Стоп, пожалуйста, нет. За что вы забираете молодого человека? Отпустите его, пожалуйста. Заступается за него. Его супартийцы. За что? За что?
него! Спокойно. Нет! За что? На каком основании вы задерживаете молодого человека? Стоп! На каком основании вы задерживаете молодого человека? На каком основании? Покажи, что... А в смысле, они отпустили или что? Да, меня выбили люди. Выбили люди. Его забрали за то, что он стоит с плакатом или с флагом. Он стоял, раздавал агитационный материал. А это запрещено разве? Нет. Ну, полиция считает, что запрещено. А как получилось, что вы его отбили так? Отбыли его, да, ведь? Получилось. Повезло. Повезло. Девушка молодец. Такой молодой и юный октябрь впереди. Может, выпустит? Как его там, Геннадий? Не знаю, Геннадий Иванович. Язов Андрей, член городского комитета КПРФ. Планировалось традиционное мероприятие в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Заблаговременно были поданы уведомления в администрацию города. Ходили уже, я не знаю, на протяжении там, 20, даже больше лет этим маршрутом. Проводился здесь, возле крейсера революции «Авроры», митинг регулярно. И в этом году точно так же в законные сроки было подано уведомление в администрацию города. Даже предложено было несколько маршрутов, чтобы, в принципе, можно было согласовать. Но отказали в этом. Да, администрация города отказалась согласовываться по надуманным причинам. Да, там на Финском переулке сыпется штукатурка, здесь тоже идет какая-то ремонт со спецтехникой, и предложили циничный вариант — это провести шествие-митинг в удельном парке. Ага. Естественно, руководство КПРФ на это не согласилось, и вот сегодня, в принципе, приняло участие депутаты законодательного собрания Государственной Думы в акции «Цветы Авроры». Люди просто пришли, прошли по Петроградской набережной и принесли цветы Авроры. Крейсеру Авроры. Но это как встреча с депутатами была организована? Ну, вот здесь планировалась встреча с депутатами, но некоторые депутаты даже не дошли. Вот так была задержана по дороге сюда руководитель фракции КПРФ. Вот также... А встречу с депутатами разве нужно согласовывать? Ну, в принципе, нет. Но еще раз, даже на подходе сюда, еще до планируемой встречи, Ольга Архипна-Ходунова, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании, была задержана здесь, на Петроградской набережной, метрах 200 от этого места. Ну и дополнительно еще в общей сложности сейчас, я не знаю, около 8-10 человек, где-то так, от 8 до 10 человек задержаны в ходе, да, вот сейчас вот нахождения «Авроры», и сотрудники полиции сейчас пытаются, да, всех отсюда, я не знаю, заставить уйти, так как, по их мнению, здесь вот сейчас люди, которые собрались 7 ноября, мешают прохождению граждан. Вы, наверное, видите, кроме коммунистов, да, пришли в «Авроре», и сотрудников полиции, вот здесь находящихся, тут, в принципе, никого и нету, да и, в принципе, проходу тут совершенно никто не препятствует. Мы ничего не должны бояться. Как только начинаешь собаку бояться, она начинает кусаться. А если ты к ней будешь, что называется, боязнь, или сказать: «Милая, что тебе надо?» И собака отойдет. Так же и эти. Они точно так же. Поэтому ничего бояться не надо. Здесь забрали у «Авроры». С вашим несовершеннолетним работает инспектор по делам несовершеннолетних. Закон не нарушается. Ни в коем случае. У нас есть инспектора. У нас есть инспектора по делам несовершеннолетних. Мы не задерживали никого, те, кто проходил просто мимо. Они не нарушали закон. Да кого? Молодых. Они хватали молодежь, да и все. Вот.
пропустить ребят. Парня вот сейчас вот сказали из Калининграда. Приехал на слет, они его взяли туда за стоит. Я с полковником разговаривал. Он говорит, нарушил закон 54-й, да? 54-й федеральный закон. Федеральный закон. Бодро полковник. Куда повезут? 18 отдел полиции. Господа полицейские, на каком основании вы проводите задержание людей? Пожалуйста, ответьте статью, на основании которой вы задерживаете людей. На каком основании происходит задержание? Пожалуйста. Уполномоченные, ответьте, пожалуйста. Что? Что они сделали? Что они сделали? За что вы их задерживаете? Какой федеральный закон они нарушили? Товарищ Кучук, расскажите, пожалуйста, а что же тут произошло? Кого-то задержали? Здравствуйте, товарищ. Из рабочей партии? Из рабочей партии России. Под предлогом того, что акция не санкционирована, полиция решила забрать транспаранты наши. Транспарант за 6-часовой рабочий день. И вместе с транспарантом забрала нашего товарища Григория Вячеславовича Бобинова. Он стоял с профсоюзным флагом, выступал с лозунгами о профсоюзном движении и был задержан под предлогом того, что он совершает административное правонарушение. А еще 3 человека были задержаны, совершенно тоже из рабочей не совершавшие России. Никаких противозаконных действий. Тоже члены партии? Члены партии, рабочая партия России. Да. То есть на данный момент у нас сейчас 4 задержанных. Мы стояли с транспарантом за 6-часовой рабочий день и с флагом «Профсоюз действия». Это профсоюз медиков. Никакие наши эти транспаранты не призывали никаким противоправным действиям. Однако, по мнению полиции, мы тут собрались незаконно и нарушаем, совершаем административное правонарушение. Праздник октября. Да, вот так вот. Так полиция относится к тому, что граждане вышли отметить этот великий праздничный день. Но тем не менее, товарищи, я думаю, что и даже наши задержанные товарищи, они не упадут духом, а только окрепнут. И от всех от них позвольте мне передать поздравления с праздником Великой Октябрьской социалистической революции. С праздником! Да,